Совместно с сотрудниками полиции в селе Витязево были демонтированы 10 незаконных блокираторов, ограничивающих парковку транспорту. В соответствии с законодательством автомобилисты имеют право свободно и бесплатно проезжать по дорогам общего пользования, за исключением случаев платных дорог и случаев временного ограничения или прекращения движения транспорта по автодорогам. Проведенная проверка показала, что парковочные блокираторы в целях организации парковочных мест для отдыхающих и персонала одного из гостевых домов были установлены без разрешения документов.